Отозвались родственники бойца Николая Ларионова, солдата 170-й стрелковой дивизии, останки которого поисковики нашли в Невельском районе Псковской области. В минувшую пятницу мы обратились к зрителям с просьбой откликнуться, если кому что известно о семье Ларионовых. И через несколько часов с поисковиками отряда «Обелиск» связались сначала племянница бойца, а потом знакомые его вдовы, которые купили дом Ларионовых на улице Южной. Этот адрес солдат указал как место жительства, заполняя вкладыш солдатского медальона. По словам Марии Викторовны Муружниковой, Кормушкин – это их дедушка, то есть тесть пропавшего, погибшего бойца. Вот мама этой Марии Викторовны Муружниковой – родная сестра вдовы бойца. Вдову звали в девичестве Кормушкина Наталья Федоровна. У Николая Ларионова было два брата, Кузьма и Семен. По этой родственной линии горожане обратились напрямую к нам. Мы помогли связаться с отрядом «Обелиск». Напомним, бойца Ларионова нашли невельские поисковики. Отряд «Патриот-60». При нем были монеты и нож в самодельных ножнах. Останки покоились близ Себежского большака в районе деревни Смольники. Историки предполагают, что здесь 170-я стрелковая дивизия прорывала окружение в конце июля 1941 года. Родственники ждут возвращения солдата домой. Хотелось бы выразить огромную благодарность невельским поисковикам, это отряду «Патриот-60», его командиру Кириллу Шляцу за такую большую проделанную работу.